Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд, иначе я, Кинг-Конг, царь всех зверей и убийца Годзилл, найду тебя, и убью. Я считаю: раз, два, три, четыре, пять. Ага, кто-то не успел. Ну, я иду искать. Да, друзья, на Сирена Студио вышла еще одна новенькая анимация, новый мультик, очень долгожданная битва паровозика Томаса против Сиреноголового. Вы очень сильно просили и ждали эту битву, ссылка в описании. Так там еще и новый обновленный Сиреноголовый 2.0, не пропустите. Ну, я думаю, ребята все прекрасно знают, кто это. Это Кинг-Конг, король обезьян. Да, ребята, какой-то огромный конг из недавнего фильма «Кинг-Конг против Годзиллы», вот который вышел буквально в 2021 году. Ну и сегодня даже Кинг-Конг будет расти и увеличиваться каждую минуту. Ну а с вами снова я, Слайк Маст и Дарк, и мы, ребята, продолжаем устраивать всевозможные крутецкие эксперименты в игрушке под названием «Гаррис Мод». Доброго времени суток, друзья! Да, ребят, та самая рубрика, где наши монстры растут, и главная задача только расти, и в итоге не дорастают до огромных размеров. Хотя сам по себе Кинг-Конг очень даже здоровый. Правда, сейчас, ребят, видите, он очень-очень-очень маленький. Ну а с вас, ребята, как обычно, много-много лайков. Давайте, да, ребят, доберем на этой серии 5000 лайков, и тогда сразу же выйдет новенькая серия по Гаррис Моду. Также не забывайте подписываться на мой канал, и мы, друзья, начинаем! Блин, а так прикольно Кинг-Конг бегает, смотри, Дарк, ты это видишь? Я вижу чисто облако. Кстати, интересно, он, ребят, прыгать умеет? Возможно. Он бьет, он, ребят, на пробил бьет. Но мне кажется, он довольно-таки хорошо лазит. Так, только сейчас давайте мы сначала добежим. Добежим до наших первых целей. Но сегодня мы, ребята, если что, не будем убивать скучных монстров Тревора Хендерсона. Очень-очень, да, ребят, медленно. Скучно, а, вот, что давай, быстрее, на. Во, скоро сегодня тебя. Мы, ребята, давайте будем дэшки, убивать убить всевозможных огромных монстров. Ай, тихо. Что? Я их убиваю, смотри, какой-то магии просто. Скорее всего, я, ребята, бегу, топаю, они умирают. Нет, ты видишь, они все слабые. Давай, Дарк, кого-нибудь посильнее, какие динозавры и так далее. Динозавров он хочет. В принципе, ребят, чаще всего, мне кажется, Кинг-Конг как раз и дрался против динозавриков всевозможных. Ну, вот тебе динозаврики. Вот они, смотрите, ребят, динозавры набежали. Первый такой динозавр. Его застрелили. Отлично, ребят. Сейчас, ребят, покушаем и увеличимся. Так, ребята, растем. Во, другое, друзья, дело. Вкусный динозавр. О, смотрите, ребят, еще динозавры понабегали. Я их что, убиваю, что ли? Да. Ребят, понимаете, даже до них дойти нормально не могу. Они все умирают. Ладно, ребят, в принципе, мы будем кушать тех, которые уже умерли. Кушаем, вот. Сейчас будем расти. Сейчас мы, ребят, вырастем до нормальных размеров. Вот, другое дело. Ну, неплохо, или ты так вымахал, слушай. Очень даже, ребят, неплохо. Сейчас мы, ребят, реально будем серьезно заниматься этими динозавриками. Они все умерли. Они, знаешь, меня будто просто видят и умирают. Так, а ну-ка, вот эти, ребят, уже динозавры побольше. Они, смотрите, ребят, даже не доходят до меня. О, дошли. А, тихо. С одного удара. Смотрите, ребят. Подходим, вот, все, остановились. Капец. Дарк, напускай давай каких-нибудь больших динозавров, потому что все эти какие-то маленькие, слабенькие. Хорошо, сейчас. Вот. Я, ребят, даже давайте не буду двигаться, иначе если я двигаюсь, динозавры умирают сами по себе. Так, смотрите, вот, ребят, динозавр. Бьем. Ой, все, капец. Вы это видели? Ребята, просто жесть. Меня, кстати, ударили, смотрите. Нифига себе, конечно, убил ударили. Убил собрата, они на тебя сагрились, видишь? Да, вижу. Но мне кажется, уже, ребят, наших динозавров ничего не спасет. Ломаем их. Ай, меня выбросили. Вот. Минус. На, получайте. Всех убили, ребят, понимаете? С одного удара мы завалили нескольких динозоверов. Так, это сюда, это, ребят, все слабенькие динозавры, вот эти вот травоядные, диплодоки там всякие, вот эти длинношеи, да? Они, ребят, слишком слабые, чтобы сражаться против Кинг-Конга, так что я хочу, чтобы на меня напали еще какие-то хищники. Есть еще кто-нибудь большой и мощный, помимо вот этих вот тираннозавров? Да, вот еще. О, смотрите, ребят, какой большущий динозавр. На, все, убили мы его. Капец, ребят. Давайте побольше таких динозавров.
побольше. У них, ребят, много мяса, много-много мы энергии с них получаем. Ну и как бы, ребят, да, мы от этой энергии растем. Чем больше мы сейчас будем кушать, тем мы быстрее вырастем. Я думаю, все-таки сегодня, ребят, будут монстры Тревора Хендерсона, потому что, на самом деле, мы думали то, что динозавры будут посильнее, они казались такими все слабенькими. Так что, да, мне кажется, без монстров Тревора Хендерсона уже нам, ребят, просто не обойтись. Видите, да? По идее, Кинг-Конг как бы и сражался против динозавров всевозможных на вот этом острове. Это, естественно, реал обитания, естественно, его противники, может, даже это его еда, в принципе, да? Но, ребят, без монстров Тревора нам действительно не обойтись. Видите, ребят, все эти динозавры были просто уничтожены за секунды. О, какой-то здоровый, смотрите, нифига себе идет. На, получай. А я его тоже скушал. Вкусный, ребят, вкусный. Капец. Никто тебе конкуренции не может составить. Вообще, ребята, нулевая, конечно, конкуренция. Блин, ребята, к сожалению, все динозавры закончились. Мы их всех завалили. Что похуже динозавров. Ё-моё! Это же, друзья, гигантский реалистичный крипер, да? Угу. Нифига себе, конечно, он прыгает. Так. А я его убил. Он даже не успел взорваться, ты понимаешь? Жесть какая-то. Это какой-то мутант-крипер, потому что, ребята, обычно, по идее, криперы не такие большие. Тогда вот тебе противники. Ой, только не их. Они такие, ребят, маленькие, так раздражают. Хотя, в принципе, по-моему, нашему Кинг-Конгу, видите, вообще пофиг, кого убивать. Он, ребят, всех поубивает, всех поразрывает. Да. Так, вот, хватаем, убиваем, ребята. Ты понимаешь, помнишь эти монстры, эти странные формы жизни, они замедляли других монстров, да? А почему-то, ребята, Кинг-Конга, они вообще не работают, вообще не действуют никак. Ну да, кстати. Он их всех все убил, вот самый последний. А у него вот, у Кинг-Конга много меха, интересно, будут ли на него вот эти вот ребята работать, как думаешь? Ледяные? Типа пытаются заморозить его? Угу. Сейчас, ребят, попробуем. Так, давайте, сейчас... По-моему, как-то не слабо работают. А, нет, смотри, смотри, сработали. А, сейчас станешь снежным гигантом, а? Ребята, мы сейчас превратимся в снежного человека, вы понимаете? Ну ничего, сейчас мы их повыносим. Ничего, ребят, страшного. Кинг-Конг разозлился. Минус еще один. И, ребят, остается самый-самый последний. Все. Капец, ты жесткий. Угу. Может, давай какие-нибудь гексоподы? Нет, ты справишься сначала с домоголовыми, например. Домоголовые? Ну давайте, домоголовые. Так, минус, ребята, один. Любит ли Кинг-Конг пауков у нас или нет? Ну, мне кажется, в принципе, вообще пофиг. Он кого угодно может убить. Пауков, динозавров, каких-то гигантов, Годзилл. Кстати, да, ребята, обязательно посмотрите серию, где Кинг-Конг дрался против Годзиллы и Меха-Годзиллы. Была реально очень-очень крутая битва. Хочешь гексоподов, говоришь, да? Да, давай гексоподы. Хорошо, вот тебе раз гексопод, вот тебе два. Вот тебе гексопод. Минус гексопод. Минус вот один тебе... гексопод, вот тебе еще минус второй гексопод. И вот еще минус гексопод. Просто, что это за имба, слушай? Ребята, что произошло, смотрите. Походу мы все-таки огнем много гексопода нанесли урона. И он, друзья, смотрите, эволюционирует. Что это с ним? С Кинг-Конгом. Смотрите, ребят, у него теперь топор появился, нифига себе. Он реально, смотри, кстати, Дарк, он умеет им блоки ставить. Так, капец. Ладно, блоки блоками, но знаешь, с кем ты сейчас будешь сражаться? С Годзиллой? Ага, ты же сказал, что динозавры слабые, а Годзилла-то динозавр. Она такая, что ты там про мою братву сказал? Сейчас ты Годзилла получишь, на. Так, ребята, смотрите, по башке прям. Но, нифига себе, с одного удара, смотри, она уже загорелась. Ребята, капец. Пока ты убежишь, она не будет тебя пуляться. Знаю, знаю. Ребят, смотри, сейчас будет еще один удар. Давай, 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 успею, успею. На! Еще один, ребят, хорошо. Удар. Мега мощный. Так, тихо, 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 тихо. Вот, ребят, еще удар. Так. Быстрее, пока она, ребят, ульту свою не использовала. Самую мощную атаку. Так, вот. Смотрите, она, ребят, расслабилась. Так, вот еще бьем ее. Ну, расслабил, но это зря. Mm-hmm. Зря, ребят. Годзилла недооценивает нашего Кинг-Конга. Вот еще удар. Давайте теперь вот этот мощный ударчик. Так, блокируем, ребят, блокируем, блокируем. Так, все, что ли? Нет, она еще живет. Так, смотрите, сейчас, ребят, ей башку разрубим. Она убегает, смотри. Она хочет атаковать тебя с расстояния. А, не получится, не получится. Мы ей, ребят, видите, не даем отойти. Мы просто режем, режем, рубим, рубим нашим огромным топором.
Сейчас мы, ребят, сожрем эту Годзиллу и прям реально супер-пупер большими станем. Сразу же можно будет сражаться против огромных титанов Тревора Хендерсона. О, все, смотри, убили? Она падает. Капец. Да. Есть, ребят, мы одолели Годзиллу. Ну что, давайте докушать. В принципе, сейчас ее, ребят, покушаем. И вырастим, вот. О, все, съел. Неплохо так, ребят, подросли. Ну что ж, раз хочешь сражаться против титанов, то держи брикинг-юзов. Какие слабые, серьезно. Смотри, с одного просто удара их мы, ребят, выносим. Да, ты с топора просто их месишь. Так. О, смотри, сейчас будет мощный удар по площади. Все. Всех, ребят, завалили. Ульта какая-то. Так, ладно, что скажешь насчет Д-18-х? Я думаю, все то же самое. Да капец. Все, ребят, видите, вообще никого. Никого, ребят, не остается после даже единого удара Кинг-Конга. Он, смотри, он с одного удара реально всех выносит. Смотри, мы подпрыгиваем. Так, и удар сейчас, ребята, будет вот. Ну, всех. Просто, капец. Давай сразу бегемота, трихеда. Бегемота? Да, давай бегемота. Давай. Сейчас поближе, ребят, подойдем. И мы его убили. Все, зарубили. Это даже не смешно. Мы, ребята, видите, такие гигантские, что за два шага мы просто перешагиваем всю карту. Трихед, кстати, тихо, вряд ли умрет так, ребят, быстро. Как да, это сделал бегемот. А, тихо-тихо, он меня откинул. Тихо-тихо, ты ж гад, а. Сейчас ты у меня получишь. Ребят, по-моему, это, кстати, и первый был монстр, который завалил Трихеда с одного удара. Ну, в принципе, все, монстры, ребят, закончились. Мы убили Годзиллу, Трихеда, бегемота, всех самых-самых больших. Сегодня динозавров, ребят, покушали. Мы сегодня, ребят, особо даже мелочью не питались. Чё-то нет, еще кое-кто остался. Взбесился. Кто же? Она такая маленькая. Увеличь ее хотя бы, во. Ой, она что-то, ребят, слишком какая-то большая стала. На, получай, Мехагодзилла. Ребят, давайте мощный удар. Кстати, смотри, Мехагодзилла танкует. Выдерживает. Она же как раз таки механическая вся из стали. Ребят, вот видите, она танкует. Действительно выдерживает удары. Ну давайте мы, ребят, не будем вам спойлерить, кто же победил, Мехагодзилла, Годзилла или же Кинг-Конг. Вы лучше посмотрите эту битву. У нас, ребят, уже на канале есть такой потому ролик. Потому что они модифицированные, усиленные, поэтому неизвестно, как все будет на там, самом ребят, деле. Там, ребят, прям оригинальные, так скажем. Какие они на самом деле есть, Кинг-Конг, Годзилла и Мехагодзилла. Кстати, да, как вы думаете, кто победил? Напишите об этом в комментариях. Ну а сегодня мы, ребята, играли за гигантского Кинг-Конга, который рос и увеличивался каждую минуту. Очень-очень много динозавров скушали, поубивали, ребят, всевозможных монстров Тревора и не только. И даже, ребят, посражались с Годзиллой, вот с Мехагодзиллой. Ну а с вами были я, Слайкмаст и Дарк. Всем, ребят, спасибо за просмотр, спасибо, друзья, за ваши лайки. Все, друзья, конечно же, пока-пока! Всего хорошего, народ!